Astăzi particip pe 24 de consilieri. În comunitatea Colegiului din Administrația Publică Locală și înțeleasă să consideră de liberație. În comunitatea Colegiului privind aprobarea regulamentului de funcționare a Consiliilor Locale Raionale, vă duc la cunoștință. Cunoștința de astăzi absențează motivat domnul Bosiste Igor, domnul Cimii Eduard, Ciornei Andrei, Bersco Elena, domnul Polonski Vitalii, domnul Șarec Oleg. Nu se știe care este lipsa consilierilor. Balam Sergei, Tasar Dmitri, Iordan Sergei, Rebac Elena, Topolnețkii Oleg. Desetea lucrării reședinței participă șefii direcțiilor, secțiilor, serviciilor din cadrul primării municipiului Bălți, președinții asociațiilor oștești, directorii întreprinderilor municipale, instituțiilor publice. Pentru onorarea drăpelului Republicii Moldova, drăpelului municipiului Bălți, inimului Republicii Moldova, inimului municipiului Bălți, vreau să vă ridicați. Спасибо.
Stimați colegi, bună dimineața, bună ziua tuturor președinții și directorii de clădirile municipale și tuturor musafirilor sau cum să le zicem, care sunt prezenți la această sesiune. Onorată asistență, desigur că în ziua de astăzi avem la bază, îmi pare că dacă mă greșesc așa pe întrebări, dacă începem cu primele. Domnul Ceață, sau ceva întrebare? Poftim. Уважаемые коллеги, уважаемые присутствующие, кто имеет желание присоединиться к скорби, которую объявил Николай Николаевич, нужно обязанности примара, вы можете посетить здание, где размещается русская община по улице Горького, 4. Хочу сказать, что те прибывшие и которые посетили скорби, игрушки и прочее, будут переданы детским садам и на другим учебным заведениям. Спасибо. Se propune spre aprobarea ordinii de zi chestiunii din 67. Stimați consilieri, sunt propuneri altele la modificările ordinii de zi. Doamnă, eu vă puțin. Уважаемые советники, в процессе подготовки заседания муниципального совета были подготовлены дополнительные вопросы, которые были обсуждены в рамках заседания специализированных консультативных комиссий. Я прошу их включить в повестку дня. Первый вопрос – это утверждение ответа на обращение директора частного лицея «Витекс» госпожи Калистрова от 27.02.18 года. Второй вопрос – об утверждении ответа на обращение директора частного лицея «Витекс» госпожи Калистрова от 13.02.18 года. Об установлении месячного должностного оклада, включая надбавки, предоставление материальной помощи и разрешение работ по совместному руководящему персоналу медико-санитарному публичному учреждению клиническая муниципальная больница БЭЛС, рассмотрение обращения муниципального предприятия гостиница БЭЛС номер 14 и номер 21 по реализации реконструкции разработанных Национальным центром по борьбе с коррупцией Республики Молдова с целью устранения рисков коррупции на муниципальных предприятиях, учредителем которым является Совет муниципия БЭЛС, внесение изменений в некоторых решений Совета муниципии БЭЛС. Ответ Министерства финансов от 21.03.18 года на обращение Совета муниципии БЭЛС от 13.02.18 года. Социальной поддержки семейных пар, проживавших в совместном браке 50 лет и 60 лет, и лиц, достигших 60-летнего возраста и старше посредством оказания единовременной материальной помощи. О внесении изменений в решение Совета муниципии БЭЛС номер 602 от 02.07.2015 года об утверждении состава специализированных консультативных комиссий Совета муниципии БЭЛС с последующими изменениями. Разрешение на установку на аллее классиков национальных культуры муниципия БЭЛС бюста выдающемуся актеру театра и кино к учетному гражданину муниципия БЭЛС господину Михаилу Монтиру. О примиривании лиц, занимающих ответственные государственные должности от государственных служащих при аллее муниципия БЭЛС. Об утверждении тарифов на вывоз муниципальных отходов. О рассмотрении обращения Центральной избирательной комиссии от 28.03.18 года. О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципии БЭЛС номер 9.3 от 25.13.2007 года об утверждении положения порядка формирования и использования резервного фонда при Марии муниципии БЭЛС с последующими изменениями и дополнениями. И вопрос рассмотрения заявления Общества с ограниченной ответственности «Флоксалтуз» от 28.03.2018 года. Также есть предложение, чтобы вопрос под номером 73 о внесении изменений в некоторые решения Совета муниципия БЭЛС был включен в повестку дня под номером 12. Вопрос о премировании лиц, занимающих ответственные государственные должности и государственных служащих при мэрии муниципия БЭЛС рассматривался под номером 2. Также вчера было зарегистрировано, позавчера, прошу прощения, была зарегистрирована петиция, которая попала вчера мне на рассмотрение, от ИП Кижевицкий Оксана, который просит вопрос под номером 47 исключить из повестки дня до доработки. Вы, в принципе, все получали данное письмо в рамках заседания специализированной консультативной комиссии. Эти предложения.
Стимați colegi, mai sunt propuneri. Da, domnul Iordan. Eu am o întrebare. Primiți-mă la întrebarea numărul 66. În cazul dat, este un răspuns la interpelarea domnului Toplomnitski. Deci, noi ce producem întrebările, răspunsurile la consilieri în ordine de zi? Nu, domnul Iordan, pur și simplu, data trecută, pe data de 8 sau pe data de 22, când au fost interpelare, pur și simplu, noi am văzut că întrebarea o să fie necesară pentru toți, pentru că este legată cu dezvoltarea întreprinderilor și ce am pus în ordine de zi. Nu, atunci, dar răspunsurile la plate, până la noi tot rog să fie inclus în ordine de zi, pe viitor. Mulțumesc! Mai sunt întrebări? Mai sunt adăugări cea? Nu sunt, da? Voi spune votului cine este pentru de bază, care sunt 67. Cine este pentru? Împotrivă? S-au obținut? N-avem. Mulțumesc. Voi spune votul fiecare întrebare care după cum urmează. 67. Cu privire la aprobarea răspunsului din mersul managerului liceul privat pe ele test. Cine este pentru? Împotrivă? S-au obținut unanim. Întrebarea 68. Privire la aprobarea răspunsului din mersul managerul tot în liceul privat VTX. Cine este pentru? Împotrivă? S-au obținut unanim. Mulțumesc. Întrebarea 69. Privire la stabilirea salariului de funcție inclusiv a suplimentului, acordarea ajutorului material și acceptarea muncii prin comun personalului conducerii Stavul Clinic Municipal. Cine este pentru? Cine împotrivă? S-a obținut unanim. Întrebarea 70. Privire la examinarea adresării întreprinderii municipale Hotelul Bălți. Cine este pentru? S-a obținut împotrivă? Mulțumesc. Întrebarea 72. Privire la implementarea recomandărilor elaborate de CNA Republica Moldova în vederea înlăturării riscurilor de corupție întreprinderii municipale, fondatorului care este Consiliul Municipal. Cine este pentru? Împotrivă? S-a obținut unanim. Mulțumesc. 73. Cu privire la modificarea unor decizii Consiliului Municipal Bălți, care trece în numărul 12. Cine este pentru? Împotrivă? Mulțumesc unanim. 74. Răspuns Ministerul Finanțelor Republicii Moldova, numărul 10/3. 07-72-23-21-03-2018 la adresarea Consiliului Municipal Bălți. Cine este pentru? Împotrivă? S-a obținut unanim. 75. Privire la susținerea socială a cuplului familiei de 50 de ani, 60 de ani de căsnicie comună și persoanelor care au atins vârsta de 100 de ani. Cine este pentru? Împotrivă? S-a obținut unanim. 76. Privire la modificarea decizii Consiliului Municipal numărul 6/2/07-2015. Privire la aprobarea componenței comisiei consultative de specialitate ale Consiliului Municipal Bălți. Cu modificare. Cine este pentru? Împotrivă? S-au obținut? Mulțumesc. 77. Privire la instalarea pe aleea plașelor culturii naționale din Bălți a bustului renumitul actor de teatru și cinema cetățeanul de onoare în municipiul Bălți, Mihai Volantil. Cine este pentru? Împotrivă? S-a obținut? Unanim. 78. Privire la privire persoanelor de funcție de dignitate publică și funcționarilor publici a primării municipiul Bălți, care va trece cu întrebarea numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă? S-a obținut? Mulțumesc. Întrebarea 79. Privire la aprobarea tarifelor pentru evacuare deșeurilor municipale. Cine este pentru? Împotrivă? S-a obținut? Unanim. 80. Privire la examinarea adresării Comisiei Electorale Centrale CEP 8/2123/28-03-2018. Cine este pentru? Împotrivă? S-a obținut? Unanim. Mulțumesc. Privire 81. Privire la modificare și completare decizii Consiliului Municipal Bălți 9/3/3/25/12/2007, privire la aprobarea regulamentului privind construirea și utilizarea fondului de rezervă a primăriei municipiului Bălți. Cine este pentru? Împotrivă? S-a obținut unanim.
Întrebarea 82. Privire la examinarea cererii SRL Roxal Plus. Cine este pentru? Împotrivă? S-au obținut? Unanim. Votăm în regime total. Cine este pentru? Ordinea și toate întrebările care au fost adăugate pare. Vă rog, votați. Cine este pentru? Împotrivă? S-au obținut? Unanim. Mulțumesc. Stimați consilieri, se propune de aprobare regulamentul ședinței. Timpul alocat pentru prezentarea chestiunii este ordine de zi. Scuzați-ne, întrebarea 47 a fost propusă de doamna Irina să fie inscrusă din ordine de zi privire la examinarea cererii doamnei Crăjuvițe, Oxana Crăjuvițe, care era ieri la întrebare, da, domnul Farcatuș, care ieri la, nu ieri, la ședința de marți, a fost dumneavoastră în sală, care într-adevăr multe întrebări au apărut și la comisie, dar dumneavoastră sunteți în dreptul să o scotem sau nu. Domnul Paracofil. Уважаемые colegi, în заседании комиссии госпожа Оксана Крыжовицкая более часа времени вы уделили комиссии вместе с руководством премьерии, в данном случае Андреем Николаевичем Григорьевичем, присутствовал на комиссии, по всем вопросам, которые были заданы, которые были разъяснены, те вопросы, которые стояли для определения, для получения какой-либо информации, она полностью все получила. Я предлагаю этот вопрос не снимать с повестки дня, определить его, тем более, что руководство премьерии по данному случаю тоже приняло свое определенное решение, исходя из того, для чего предназначено здание муниципального дворца культуры и можно ли каким-либо арендатором на сегодня находиться в помещении данного здания. Тем более идет разговор о незаконном строительстве отдельного помещения в помещении здания культуры. Спасибо. Усмотрите, дом Павел, я проявляю с сыном дом Павел Туаки, как на вас для спорта, чем проявляю бы дорогой Скуни Готовой, фенка фос, пропуне, скорость до организации бой Скуни Готовой, кинете пенел, а грибали Павел за шапку. Să fie scoasă într-o ordine zi, vă rog, votați. Împotrivă? S-a obținut? Unul s-a obținut, restul s-a împotrivă. Mulțumesc! Ceci? Da. Respectarea procedurii, vom vota din nou în întregime. Vă rog, cine este pentru? Toate întrebările 83, că sunt la bază, să votăm. Cine pentru? Împotrivă? S-a obținut? Unanim. Mulțumesc! Stimați consilieri, se propun de aproba regulamentul ședinței, timpul alocat pentru prezentarea chestiunii de ordine de zi, ca toată vremea, cred că ajunge până la 3 minute, pentru replică de 2 minute. Cineva are propuneri altele? Nu sunt. Voi spune votul. Cine este pentru? Împotrivă. S-a obținut. Unanim. Mulțumesc. Se propune ca consilierul să expune numai o dată, desigur, că cum știți, toată vremea pe aceeași întrebare. Stimați colegi, în conformitate cu articolul 20 alineatul 1 din legea privind administrația publică locală, este necesar de a fi desemnat în consiliu ceva care va fi desemnat decizii din consiliu în caz de președintele nu va putea, se va afla în imposibilitate de a le asemna. Propun, dat fiind faptul că sunt noi în sala noastră, propun Vadim Măcarciuc. Cine este pentru? Împotrivă? S-a obținut? Unanim. Mulțumesc! Desigur, începem cu prima întrebare. Se propune prima întrebare. Privirea de asigurire mijloacelor financiare din fondul de rezervă aprobat în bugetul municipal pentru anul 2018. Raportor doamna Vera Rosu. Comisii, aviz de comisii, vă rog. Comisie de promit. Comisie de proiectul. Mulțumesc! Numai la dumneavoastră în comisie, da? Da, mulțumesc. Întrebări de raportor. Domnul Ceasă, copil. Eu, naveam, îți dau vopros, Nicolae Nicolaeș, vam deschidere toată și în comisie de vedeți prima. În astfel de idee, este totul zapătă pe acest 9 mai. Я предполагаю то, что будет возможность еще провести заседание муниципального совета до 9 мая. А у нас может... Да, я не знаю, это вы же, наверное, ответите на эту тему. Если не будет заседания муниципального совета, может быть, есть резон подумать о том, что как-то у нас не так много осталось ветеранов участников Великой Отечественной войны, количество очень маленькое, вы это знаете. Или если мы примем решение о том, чтобы как-то их поддержать, как 9 мая, да, то возможно, будет решено именно руководством премьерии по
резервы Сергея, либо фонду, либо другого, не знаю, как у него что. Спасибо. У нас будет на сессии 12 апреля. На сессии, я думаю, мы все вопросы решим, но что касается 9 мая, то мы каждый год уделяем внимание ветеранам и денежными премиями, и просто вниманием. Мы их никогда не обделяли, не обделяем. Так что как-то запланировали 9 мая, и празднование, и шествие, и марш по городу, все это будет, как и было прежде. Ну, смеется. Андрей Владимирович, работа вас. Ну, все. Вы смотрите, вот в учении стипендию. Мадрива, Салтинут, на ней, Мумсмес. Дребарин, молодой, ну, шахты для чего? Какая пусть шахты для чего? Кубридыря, на премьере, процессуального функции дигнитарии публики, чьи функционалы, публичные обновления, чьи функционалы. Дама Дребарин. Комиссия дигнитарии на ресурсе. Я внимательно изучил эту таблицу и понимаю, что количество должностных окладов, которыми будут премироваться работники аппарата премьерии, определено только оценкой. В то же самое время необходимо учитывать фактически отработанное время за 2017 год. Можно утверждать, что все эти люди, которые включены в таблицу, они отработали весь календарный год? Нет. Если можно, я отвечу. Согласно утвержденному вашему положению, данная премия годовая выплачивается за фактически отработанное время. Даже если человек отработал просто полгода, ему начисление происходит за полгода, не выплачивается за 12 месяцев. Кроме всего прочего, данная премия, согласно утвержденному вашему положению, производится согласно произведенной оценке государственного служащего. Постановление правительства 201 определяет, что оценка государственного служащего в обязательном порядке производится в случае, если он проработал минимум 4 месяца в данном году. И приложение проекта решения у вас приложено, обозначено только те государственные служащие, которым была произведена оценка. Тем государственным служащим, у кого не была произведена оценка, они не могут, согласно положению, быть включены для тренировок. Уточнение. Как вы сами сказали, что если человек проработал не весь год, а 6 месяцев, то, соответственно, он не получит 3 должностных оклада. Вот в том приложении нигде не указано. Если посмотреть это приложение, то получается, что все отработали 12 месяцев. Только критерии оценка работы и количество должностных окладов на сепарации. Александр Федорович, дело в том, что мы сделали сейчас согласно положению. Более того, вы знаете, что перед тем, как будет, после чего будет принято данное решение, оно дается на исполнение в управлениях, потому что у нас есть управление, которое является отдельным подразделением. Значит, а потом идет, начинается расшифровка по каждой должности, ответа по каждой фамилии. Берется в учет, сколько он проработал. И что это получается? Например, даже если он отработал, там, например, полгода, да, или 3 месяца отработал, полгода, у нас нет такого, в принципе, что было меньше, чем полгода. Берется, в этих расчетах, есть полный расчет, где берется и отпускные, и больничные берется, Я просто знаю, что есть расшифровка таблица, есть, но мне ее не дали, потому что это персональные данные, надо дать только общую цифру. Но это все берется в учет, и не будет никаких нарушений. Более того, это делается процедура второй раз. У вас есть какие-то сомнения? У меня есть вопрос. Сейчас мы принимаем решение о том, что какому-то государственному служащему оклад в размере, премия в размере 3 оклада. После нашего решения сможет ли бухгалтерия, управление образования молодежи спорта или ГФУ пересчитать эту сумму, то, что вы сейчас сказали, что еще будут пересчитывать, с учетом фактически отработать дней. Я считаю, что вопрос не подготовлен, предлагаю его отложить. Нет, вопрос подготовлен.
вопрос подготовлен, более того, согласно положению, должен быть утвержден в марте месяце. А поможет мне финансист? Да, Мария. Три оклада делится на все дни года и умножается на проработанные дни. Вот такой расчет будет в каждом бухгалтерии. Пока что специалисты это делают. Нет вопросов, если можно, Вера Александровна, ответьте, пожалуйста. У нас в списке сотрудников примарии есть один момент, который стоит оклад один. Это так принято решение? Имеет нарушение? Управление образованием, я посмотрел в списке внимательно. Значит, он был, да, мы его оценили в начале подразделения удовлетворительно. Спасибо. Потому что оценивается очень хорошо, хорошо удовлетворительно. Понял, спасибо. Второй вопрос, если можно. Если мы рассматриваем вопрос премирования, поддержки финансовой, тогда уместно ли рассмотреть вопрос, потому что так же премирует был, что вице-премьер по времени Ливан, что это работал полный год. Уместно ли я, наверное, задаю юристам вопрос, а потом уже премьеру, который исполнил контракт. Мы не можем посмотреть только к одному человеку, когда нужно подойти ко всем одинаково. Ко всем остальным тоже. Дело в том, что, насколько вы помните, мы когда проводили Иванович, да, мы все с вами вместе, в том числе руководство Примарии, выразили благодарность выполнению этого труда качественно, совестно, рационально и так далее и тому подобное. Я говорю, если вы ставите вопрос динамично в сервисе Примарии, нет вопросов, давайте рассмотрим сервис Примарии. Там кто еще? Очень правильный вопрос. Но я вам отвечу так. Те вице-премьеры, которые отработали Шеремет Леонид Иванович Бабий, они поощрятся лично от премьера Ренато Усатова из его личных средств. Я бы, конечно, хотел, чтобы этот вопрос рассматривался так и раньше, когда Александр Федорович достал премию на 8 марта, когда что-то вас никто не спрашивал, надо ему ставить премию или не надо. Понимаете? А сейчас мы спрашиваем, надо госслужащим ставить премии. Эти бедные люди работают за копейки и работают за день и ночь. Мухмес. Антрибаль Мессен, господин Готова, кинсенер номер 2, чинен спенту. Мбодрива, салтинут, домуса. Мухмес. Древая трей. Приверила модификарий публикарий через консилий муниципал Белс, номер долг, фракции 2, один лопку на долг, что дом мешает, скажешь. Проверила обрубая бюджетного муниципал Белс, один лопку на долг, комиссии по нормативному. Комиссия нельзя запустить проект. Мчес. Дребенко, прокурор. Дом час. Если можно, Вера Александровна, сумма 21 тысяча людей, которая вымогается за предусмотрение бюджета. Она чего состоит? Вы, в общем-то, если можно сумму называть. Вы назвали о том, что и пополнение бюджета, и прочее, остаток денежных средств, развивать результат бюджета и на счет продаж квартиры. Можете разделить их по сумме? Спасибо. Первое приложение? Да, первое приложение. Вот микрофон. Все остатки, которые будут микрофон. У нас, поскольку вы обратили внимание, первое приложение были на начало года 31 миллион 600. Остались 10 миллионов 500, из которых у нас собранные доходы или специальные средства бюджетного учреждения 1 миллион 100. И трансфер специального значения 2 миллиона 600. Из тех, а мы выделили до сих пор, согласно вашим решениям, 21 миллион 100. Это было Ахитария, Джебова и Комон-Петру, Музаевска, Баку, 1 300 000, репарация, ретеру, ретеру, депонитарь, Тимофаева, 200 тысяч, аттензионарий, комменту, спортивки, в школе, школа спортивная, 2000 муладзет, в Римпи, Деком, Диактор, учился среди людьми, аттензионарий, помирали, вот, Пенту, Халитария, Дешеву, 3 сути, и помирали, у него в сути, Халитария, Дешеву, в сути, Демидлей, аттензионарий, помирали, вот, Халитария, Дешеву, в сути, здесь, у него шаг в сути, прокурорем повесителем для полетая за шутку менеджерии тренировали шахты судьи, репарация стала у них муниципал
но судебники, это Муршайский защитник практика, который снимал, что мы взяли по суду по застрелили режим детей, я помню, благодарю вам в суде. Пенту полицая, думаю, владеет другом Февруарич, март и три судебники. Вы указываете, что у сразу 21 миллион 125 тысяч. Сколько кредитов вы даете? Сколько вы еще на счет продали? А сколько остаток финансовых средств 2017 года? Все, больше ничего не надо. Я сказала, 31 тысяч было, 21 перечислил, 21 625, в том числе 500 тысяч вот этих, которые 415 есть. Вот. А остаток было 500 тысяч, 21 миллион 100, это свободная сторона. 21 100, вы указываете о том, что это состоит сумма из продажи квартир и остатков денежных средств. Разделите его. Сколько остатки денежных средств, сколько продажи квартир, все. Сколько остались? Вот 10 миллионов 540. Сколько продажи, сколько остались? Дома Шумовский, улица Новаска. Нет, 10 миллионов 540. Вера Александровна, Павел Васильевич спрашивает, в 21 миллионе сколько остаток средств, а сколько там денег от продажи квартир? Вот 500 тысяч продаж. Вот так и скажите, 500 тысяч, остальное остаток. Спасибо. А я бы понял, что вы хотите расшифровать. Спасибо. Так, пожалуйста, мой смысл. Андрей Владимирович, дорогой, второй повтор. Ну, сын. Вы с пуни годы, учиняя стипендию. Он подарила. Сау цену на ней, мой смысл. И сегодня мой банк привели отрубание программы, он начала на секретарии. Комисия для специалитетов каждой эдукации обязана будет идти проекта. Комиссия для подготовки сюда обязана будет идти проекта. Усмец. Андреблядя прокурор. Ну все, вы с вами вот учились первого. Он подрибра. Сау ценут. На нем. Усмец. Если не могу чинить, приведем на студия пунктul de conducere municipal pentru înștiințare, mobilizare și expedierea resurselor umane și tehnico-materiale. Comisie. Comisie pentru că ești prima această pozitivă. Mai mult mai decât în comisie. Întrebare pe profesorul domnul Sate. Я не знаю, как в документах по докладам на государственном языке, у меня в русском варианте есть некоторые неточности в нумерации. Например, начальный пункт управления господин Григорьевичем начинается сразу с цифры 2. Дальше, автомеханики, там почему-то даже не с единички, а с двойки. Есть некоторые неточности в фамилиях? Проверьте, пожалуйста, еще. У нас правильно, государственное правило. Какие конкретно говорю? Начальник пункта управления, исполняющий обязанности примара, идет под номером 2, где должна быть единичка. Я понимаю, это техническая ошибка. Я об этом говорю. Техническая ошибка, вопросов нет. Если необходимо исправить, давайте исправим, будем принимать правильные решения. Спасибо. Ну, следом. По всем домам юга. Техническая ошибка. Кто там уже? Парень принцела фамилия. Механич Аватор. Патрашка Николаевич, шофер. Какой проект? Он шел Патраш, фамилия. Патрашко? Ну да, а если скрыть Патраша, да, я его шел Патраш. Патраш? Да. Че не самым теми? Ну, след, номер, да. Так и теми, ничего, сигур, как бы, в описании бар, Патраш стоит конкрет, он Патраш не бывает. Ну, след, номер, да. Андрей Дальгасен? Nu sunt. Voi să pun în votul cine este pentru proiectul de zi. Împotrivă? S-a obținut? Mulțumesc! Chestiunea numărul 6. Cu privire expunerea redacției nouă anexe numărul 2 la decizia Consiliului Municipal Bălți, numărul 2, fracție 10 din 2.04.2004. Domnul Vicislav. Comisia, vă rog. Comisia consultativă vine cu ceva adăugări și subscrie. Începuți subscrierea textului de bază. Pe dreptul SRD-a Marshall Consul se subscrie cu
președintele Comisiei Consultative de Specialitate cu Gospodărie Municipală, administrarea pământului și protecție mediului. Se propune, comisia propune de adăuga încă doi consilieri în componența Consiliului, și anume doamna Elena Grițco și domnul Pavel Ducescu. Comisia de Putere și Sfine, ați zis pozitiv. Mulțumesc. Întrebări, domnul Rogan. Mică precizare. Aici scris că este un reprezent Cojocari Iurii. Știu că e Cojocari la tot timpul, nu? Cojocari. Da, da, curie. Cojocari. Da. Mulțumesc. Întrebări, însemn. Voi spune vot ca bază această decizie. Cine este pentru? Împotrivă? S-au obținut? Mulțumesc. Voi spune votului tot ce s-a vorbit din partea comisiei. O repart. Bun. Propunerea comisiei ca doamna Grițco, Elena și domnul Bucearski să fie adăugat la această listă. Votăm împreună două persoane? Nu. Apart. Cine este pentru doamna Grițco? Vă rog, votați. Împotrivă? S-a obținut? Domnule Iordaș. Mulțumesc. Cine este pentru domnul Bucearski? Cine este pentru? Împotrivă? S-a obținut? Mani, mulțumesc. Voi spune, da, și cu Marcos Boris, din Sănătăie, director de Țările Marsacrone, președintele tehnică. Voi supune votul în întregime. Cine este pentru? Împotrivă? S-a obținut? Mulțumesc. Următoarea chestiune, privirea de atrișare și regenerarea spațiilor pierzi. Privire la aprobarea deciziei Consiliului Municipal nr. 4, fracție 7, din 19.05.2016. Comisie, vă rog. Comisie pentru Educație și Sprină vizează pozitiv. Mulțumesc. Comisie pentru Educație vizează pozitiv. Mulțumesc. Întrebări pe raportoare. Nu sunt. Voi spune votul. Cine este pentru? Împotrivă? S-au obținut? Mulțumesc, Mănim. Chestiunea cu privire la depășarea și originarea spațiilor pierzi. Comisia, vă rog. Comisia consultativă vizează pozitiv cu următoarea modificare. În anexa numărul 1, responsabil pentru, la punctul 1, responsabil pentru executarea lucrărilor Serbia Grie, adică din forță proprie. Întrebări, domnul Sandu. Săvan, și vreau să vă primeam la Căristă de Ierii, fătorii și în Academia de Romezi. Corect. Не скажу, чтобы точно, нужно быть точным, но точно не могу. Александр Федорович, может быть, сколько мы уже приняли решение, чтобы их, конечно, или в Бунковские годы? Понятно. Спасибо. Требует доктор Александров. Значит, вчера специально был я на участке, кто выезжал туда и почему данные деревья поставили на выбор. Кто из вас выезжал туда? Из работников выездники? Из работников никто не выезжает, поскольку акт обследования составляет... Это санитарный акт, это документ, составляемый работниками БИО и экологического агентства, а акт экологии только экологическое агентство. У меня есть предложение отложить данный вопрос по той причине, что построенное черное здание, конечно, мешает там нормальные красивые деревья. Прошу вас, проедьтесь лично, посмотрите, стоит ли там эти деревья связать или нет. Если вы ставите вопрос о том, был ли я на месте, я отвечаю, что был. Я видел, деревья действительно здоровые, но они находятся с нарушением уже СНИПа. И вот акт экологии, который констатирует то же самое, о чем мы сейчас с вами говорим, о заключении на снос. Ставит под сомнение или... Есть сомнение. Ставит под сомнение законность этого акта. Надо написать иначе, арбор и высказывать и прочее. 100%.
Это не здоровый? Елена Ильична, пожалуйста, запишите мое предложение. Дом участок против. На комиссии вопросов к МАКОСе пункт 1 четко было определение и вопросы, которые были заданы. К сожалению, из работников управления никто не пояснил о том, что это неправильная запись, которая там высохла на 90%, на 70%, на 80% и так далее. Если стоит вопрос, Вячеслав Иванович, о том, что в нарушении снипа деревья растут у фундамента или там где другие причины, надо писать конкретно, что-то в связи с тем, что снип необходимо по снипу вырезать, снести эти деревья, так как они будут в фундаменте, то на другое. То есть тут немножко или меняется спектрирование причину спроса деревьев, чтобы было правильно и открыто внесено, или рассмотреть, как так самое. Господин Борисов имеет право на то, что тем более на комиссии по рассуждать. Да, 90% кроны отображенного в акте, что является таким. Поэтому и так и написали. Значит, это неправильно. Вот, Денис, вам интересно. Да, мы согласны. Там в акте экологии указано, что да. Оно на 90%. Так как мы можем ставить о сомнении акт экологии? Кто входит в состав комиссии? По экологии, только представитель экологии. Представитель экологии. Да. И он не срезает никогда никакое дерево без фитосанитарных норм или актов экологии. Сима Скорич. Доброго утра. Дарфин факту. Качешки и мраглая рабы. Poate ei sunt, Vislav Ivanovici, poate ei sunt, dacă vorbim conform SNIP-ului, dacă vorbim acolo pământului dat în arenă, direct sau nu? Da. El inumeresc arborele acestea pe teritoriul arenă. Și dacă îi dat fitosanitar, uscat, ceea ce înseamnă ecologia, răspunde foarte mult de asta. Eu n-am nimic împotrivă cine a fost la fața locului și a văzut, desigur că ar trebui să fie, dar nu știu că e cineva de ecologie aici. Nu este ecologia. Dacă ei au dat fitosanitar, sanitar, atunci trebuie să răspundă dumneavoastră. Vă rog, întrebări. Nu este. Voi spune votul în prima ca bază cine este pentru. Împotrivă? S-au obținut? Unanim. Voi spune votul comisia, ce a propus comisia. Ca numărul după anexă numărul 1, da? Să fie din forțele proprie al gliei, vă rog vot, cine este pentru, împotrivă, s-a obținut, 2. Și a treia, domnul Precălțan, cu propunerea de scos punctul 1, da? Domnul Boris, punctul 1, ca să fie scos punctul 1, cine este pentru? Împotrivă. 1, 2, 3, 4, 5, 6. S-au obținut? 3, 4. Cabal să precum tu. Нормально, большинство. Нет, ты просто сняли этот вопрос. Вопрос. Не вопрос, вопрос. Господин председатель, можно вопрос? Сейчас мы его откладываем или снимаем, так? Да. А следующие сессии все равно он будет, потому что есть акты экологии. Что мы будем делать? Только из этих побуждений. Оно все равно будет в повестке дня. Акт экологии отменять? Только через суд? Это пусть придут и объяснят. Почему там в данный момент, значит, разрешили строительство первое? А второе, почему должны там лежать деревья, которые не указаны, как она есть, на 100%, что они сухие. Да, Марина. Значит, вопрос не прошел, потому что проголосовало 15 человек за. Это вопрос, касающийся муниципальной собственности, потому что для деревьев должно быть 18 голосов. Поэтому предложение господина Фрикалцана не прошло. Голосуем за проект. За проект дома Бучацкий, такого вот, наверное. Voi spune votul în întregime. Cine este pentru? Împotrivă? S-a obținut? 2. Mulțumesc. Următoare. Chestiune cu privire la vânzarea, cumpărarea, transmiterea, primirea apartamentului, fondul locativ din municipiul Gorj în proprietate privată. Comisia.
Mi se recomandă aprobarea proiectului. Mulțumesc. Întrebări pe raportoare. Nu sunt. Voi spune votul. Cine este pentru? Împotrivă? S-au obținut? Nu, mulțumesc. Următoarea chestiune cu privire la semnarea contractului de vânzare, cumpărare, transmitere, primire a locuțiunii în proprietate privată cu domnul Frumusachi Ghenadi. Gheorghe. Comisia. Comisia recomandă aprobarea proiectului de decizie. Mulțumesc. Întrebări pe raportoare. Nu sunt. Voi spune votul. Cine este pentru? Împotrivă? S-au obținut? Unanim. Mulțumesc. Următoarea chestiune cu privire la semnarea contractului de vânzare, cumpărare, transmitere, primire a locuțiunii locuințe în proprietate privată cu domnul Gărnăuțan B. Comisia. Comisia recomandă aprobarea proiectului de decizie. Mulțumesc. Întrebări pe raportoare. Nu sunt. Voi spune votul. Cine este pentru? Împotrivă? S-au obținut? Unanim. Mulțumesc. Următoarea chestiune. În privire la introducerea modificării deciziei Consiliului Municipal Vâlț, numărul 4, fracție 7, bară 7 din 11.05.2007 și privire la semnarea contractului de vânzare, cumpărare, transmitere, primire a locuințe, proprietate privată. Comisia. Comisia recomandă aprobarea proiectului decizie. Mulțumesc. Întrebări pe raportor. Poftim domnul Pavlovski. Panitoski. Domnul Alexandru. Я хотел узнать, к этому материалу не приложен список, что это за объекты. Я по кадастровому гранту не понимаю, что это за объекты. Что за список? Приложение. Здесь речь идет... 12. Список объектов муниципальной собственности, подлежащие приватизации. Где список объектов? Это не тот вопрос. Один человек. Подождите, это следующий вопрос. Это следующий вопрос. У меня нет. Ладно, понял. Это ошибка в материале. Мусмес, предлагаю гостям. Вы спонем воду. Чинец первого. Мбодрива. Стал обтянут на ним. Мусмес. Дебайда 373. По привирам и карам на дечизе консилия муниципал Белц. Комиссия. Вот за 73. Примерно модификаре молодечисти Консилия Муниципал Гранца. Изменение некоторых решений. 63. Вот так. Нус. Там на каре чести, пожалуйста. Все решения, которые по предложению господина, это данный проект решения был предложен дополнительным и внесен в повестку дня впереди тех решений, которые ранее включались в основную повестку дня. Здесь предлагается проект о внесении изменений и дополнений в положение по управлению имуществом и положение о порядке приема имущества от государства и частных лиц. Это положение и поправка к данному проекту решения было внесено по обращению советника Куницыча на прошлом заседании совета господина Иордана и Шмульского. Значит, проработав данный пакет документов по двум положениям, внесены поправки в соответствии с 901 постановлением правительства, которое было принято в 2015 году. И представляем на рассмотрение данный проект решения. В основном здесь формулировка словосочетаний, меняется приложение номер 2, так как в новом постановлении правительства там дается в приложении два акта. Акт 1, который идет полностью, когда передается бюджетное учреждение или муниципальное предприятие. И второе приложение, а это акт приема передачи непосредственно определенного имущества. Это то, что у нас часто очень встречается, где мы рассматриваем обращение муниципальных предприятий в бюджетном учреждении, где передается несколько основных средств. Также это приложение
первого приложения к положению касается и договора дарения, где это имущество переходит в муниципальную собственность. Поэтому эти поправки и в другом положении о управлении муниципальной собственности, где словосочетание было написано, что управляющий обязан в течение 30 дней доставить документы в примарию с последующим предоставлением на совет по внесению изменений в бухгалтерский учет по результатам приобретения имущества, данное словосочетание меняется на словосочетание, что управляющий предоставляют данную информацию ежеквартально до 10 числа за отчетным кварталом. То есть увеличивается срок представления документов. Вот основные те поправки в эти два положения. Это по обращению советников Иордан и Шмус. Арман Мусмес. Дарья Харабурла. Нусу. Господин Готов. Чинец Пендро. Амбодрива. Salținut, nănim, mulțumesc. Este unia cu privire la completarea anexei decizii Consiliului Municipal Bălți 14, fracție bar 60 din 22-12-2016, cu privire la aprobarea listei bunurilor proprietate municipală supuse privatizării. Comisia. Comisia rezervă peste proiectul decizii. Mulțumesc. Întrebări pe raportor. Nu sunt, voi spune votul, cine este pentru? Împotrivă? S-au obținut? Da, nimeni, mulțumesc. Chestiunea cu privire la modificarea decizii Consiliului Municipal Bălți, 8 fracție 15-08-2016, cu privire la acordul privind primirea patrimoniului în proprietatea publică a municipiului Bălți. Comisia. Comisia rezervă pozitiv. Mulțumesc, întrebări pe raportor. Domnul Iordan. Eu propun ca să fie adăugat un punct 3.3 să înregistreze contractul de donație în modul stabilit la CSE. Bun, 3, da? Încă o dată, domnul Iordan. Punctul. Încă un punct și cum scrie? Să înregistreze contractul de donație în modul stabilit la CSE. Но это пункт 3, вы имеете в виду в предыдущем решении подписать договор дарения имущества, а не регистрировать. Подписать, это предыдущие 8/15. Мы же просим предыдущие изменения. Да, и здесь в пункте 3.3, чтобы тоже изменить. Дополнить пункт 3.3. То есть это договор зарегистрировать и так далее в кадастровом офисе. Согласна. Смысл. Дорогая Ну, спон. Nu sunt. Voi spune votul ca bază. Cine este pentru? Împotrivă? S-au obținut? Nu, nimeni. Mulțumesc. Voi spune votul lui propunerea domnului Iordan. Cine este pentru? Împotrivă? S-au obținut? Nu, nimeni. Voi spune votul în regimii decizia. Cine este pentru? Împotrivă? S-au obținut? Mulțumesc. Următoarea chestiune cu privire la autorizarea căsării mijloacelor fixe aflate în administrația întreprinderii municipale, amenajarea directorului spații verzi. Vă rog, comisia. Comisia recomandă aprobarea proiectului decizie. Mulțumesc. 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 Întrebări. Domnul Iordan, putem. Am prima întrebare. A fost decizie Consiliului Administrativ? Cazul dat. Că nu este indicat. Административном совете. Совет. Комиссия. На комиссии было рассмотрено. Я в своем заключении пишу дату рассмотрения на комиссии. В моем заключении есть. Указано что есть? Решение Совета есть? Нет. В своем заключении я обращаю внимание, что данное обращение было рассмотрено на комиссии по управлению имуществом и поставлена дата, когда заседание проходило. А решения Админсовета нет? Есть и решение Админсовета. Я на это спрашиваю. Вы говорите, на комиссии вы рассмотрели. И на комиссии, и Админсовета. Тогда укажите здесь номер решения. Админсовет. Админ, конечно. И еще один вопрос. Был принят закон об государственных и муниципальных предприятиях, где предусмотрено внесение изменений
устав, положение, разработать положение об административном совете, внести изменения, исключить советников, то есть представителей учредителя из состава. У нас этого до сих пор не сделано. Можно узнать информацию, на какой стадии мы сегодня находимся в отношении муниципальных предприятий. Секретарем совета было подготовлено письмо, отправлено всем директорам муниципальных предприятий о том, что они должны разработать новый устав, положение функционирования объединения предложение по объединения совета и предложение по положению по цензурной комиссии и состав цензурной комиссии. Но еще нет постановления по цензурной комиссии, но хотя бы вот эти документы, что были представлены. Пока мы получили ответ от муниципального предприятия GLK Wells, который предлагает, чтобы управление муниципальной собственностью земельных отношений совместно с практическим управлением разработали типовое положение для данных предприятий со всеми изменениями и дополнениями согласно закону и утвердить на ближайшее заседание. Поэтому вопрос находится в стадии рассмотрения и согласно закону у нас там определено в течение года. Мы надеемся, что это будет сделано до конца апреля. Там 12 месяцев написано, да, а мы обещаем до конца апреля. Вы объем. Я об этом и сказала, что в законе написано, что дано урегулировать до 12 месяцев. Но секретарь совета написал, что в течение месяца, чтобы были разработаны нормативные документы, потому что нужно проходить, не знаю, может быть, у нас есть двоякое мнение по данному вопросу. Публичное консультирование должно быть или не должно быть. Советники должны рассмотреть данный вопрос. Поэтому первоначально я поставила срок месяц, а дальше как оно будет. Оно в процессе рассмотрения будет ставить вас в известность. Как долго отправлено, можно узнать? Я не готова ответить, я вам потом скажу. Ну, вчера или месяц назад, когда мы рассмотрели. Неделю назад. Да. Ну, я думаю, что самое простое по изменению состава, я думаю, мы можем это сделать, правильно? По положению, которое должно быть разработано, устав и все такое, я понимаю, да, можно время. Но изменить состав и привести в соответствие с законом, я думаю, что это возможно. Побыстрее сделать. Мутунец. Дом Александра Павлович. Для себя хочу уточнить по реестру по данному вопросу. Второй пункт. Катер «Прогресс». В 92 году он стоил 5529. По-моему, это далее почему. Сейчас он тоже списывается по сумме 5520. Те леи, которые были в 90-х годах, они намного дешевле, чем сегодняшняя сумма. Может быть, эта сумма больше. Я так и для себя просто хотел обратить внимание. А все остальное там по годам, в принципе, соответствует, как газонокосилки и так далее. Но нельзя ставить в 92 году что-то стоило в леях. В купонах, да, там было 6 миллионов купонов, наверное, стоило. Так было посчитано дома Александра. 92 года лей перевелись в купон. То есть купон перевелись в лей. Сорвали рак осталось. Это все правильно соответствует? Конечно, соответствует. Потому что за принятое решение это деньги, за деньги сажают. Вы купили костюм в то время за 30 тысяч купон, а сегодня стоит 300 лей. Давайте не будем наведеть. Спасибо. Мусмец, Андрей Владимирович. Ну, сын. Дом Борис, я могу обтянуть на год, давайте супер мусил административ. Вот смешно, Сына. Вы спорили вот вы, чьи стипендию? Вот Игорь, Салтинов, он. Вот смешно.